отключить все телефоны. Вторая просьба. Наш зал рассчитан, знаете все насколько. Вас много, в тесноте, но не в обиде. Поэтому огромная просьба. Здесь маленькие дети, которые будут вас поздравлять. Вы тоже ведь когда-то были такими. Вспомните и дайте возможность все сказать. Спасибо большое. Мы начинаем. Слово директору школы Богдановой Татьяне Владимировне. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в стенах нашей школы 1250. Я поздравляю вас всех с таким хорошим юбилеем, замечательным праздником, который у нас сегодня происходит. Благодарю, что вы пришли и помните эту школу, естественно, стены нашей школы. Мы с вами ценим школу только тогда, когда промелькнут года. Как хорошо, что мы тут сегодня собрались, бросив свои все дела на потом, временно сложив обязанности родителей, вспомнив, что мы с вами были когда-то детьми. Мы забываем об этом, естественно, под всякими тяготами своих родительских ответственностей, попадая в наши стены, садясь сейчас за наши парты, вы пройдете по классу, вы вспомните, когда вы были детками, когда вы списывали друг у друга, и вас, может быть, за что-то журили наши преподаватели, которые сегодня тоже мы рады приветствовать, многие, которые к нам пришли и войдут в свои классы. Вашим надеждам спустя какое-то время... Может быть, получилось сбыться, может быть, нет, но вернувшись в наши стены, вы опять ощутите себя в том возрасте, когда вы только начинали свои шаги и побудете детьми какое-то время. Живите на позитиве, улыбайтесь, и пусть доходящие до нас веточки от вас счастья будут добрыми и замечательными. Желаю вам просто насладиться сегодняшним праздником, трепетными воспоминаниями, вспомнить, какие вы были, порадоваться. И спасибо все-таки еще раз, что вы помните и пришли, значит, школа замечательная. Наслаждайтесь праздником. Здравствуйте. Спасибо большое. Дорогие друзья, 45 лет. Ну, для женщин вы знаете, какое продолжение есть. 45, школа Ягодка опять. Поэтому наша школа была, есть и, думаю, будет всегда хорошей, красивой, доброй, потому что все, кто пришли в эту школу, все добрые, воспитаны. Сколько тепла и радости вы сегодня принесли своим преподавателям. А здесь у нас те, которые когда-то учили вас. Здесь у нас присутствуют выпуски, которые уже приводят своих внучат. Поэтому видите, как быстротечно время. И хотелось бы, чтобы вы всегда школу нашу вспоминали добрыми, хорошими словами. На одном из баннеров нашей школы, который вывешивается по весне, красота. Там, правда, своими руками, но вы знаете, красота и добро всегда спасут мир. Итак, начинаем наш праздничный концерт. Здесь каждый школьный день и час.
в первый раз обидно стало маме, что детство с ленточкой в косе так незаметно убежало. И убежало насовсем. Убежало детство, ушли школьные годы. Но остался в ваших душах и сердцах прекрасный свет. Это свет счастливый, яркой звезды, которая взошла на небосклоне ровно 45 лет назад. А если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, значит, это необходимо, чтобы на жизненном небосклоне для каждого хоть раз зажигалась одна яркая, незабываемая звезда. Итак, имя звезды — школа номер 40 с углубленным изучением английского языка. Год рождения — 1972. По доброй старой традиции звучит гимн школы 40 или 12.50. Текст идет, просим всех помочь нам спеть. Сегодня на нашем вечере торжественном присутствуют наши учителя, которые вас когда-то учили. Разрешите, я перечислю, кто есть в зале. Вот не по рангу, а кто как сидит. Полякова Людмила Ивановна, учитель математики. Мария Анна Колесавина, учитель математики. Пришла в школу, я так боялась, ну я пришла учителем, но боялась.
зауч школы. Емойш Екатерина Ивановна. Журавлева Валентина Яковна, она отдавала вас себе во второй половине дня. Ансамутна. Просто так было невозможно. С улицы никого сюда не брали.
вот так, как некоторые люди скажут, а здесь были такие хорошие дети, их отбирали, их легко было учить. Все дети по-своему и хорошие, и трудные, или легкие учить. А вот кто их хочет, это зависит, естественно, от администрации школы, от того, кого принимают на работу. Мы все проходили в такой связи. Я пришла, когда в школу была на рельсах хороших, здесь работа шла хорошо, тем не менее, меня со мной беседовала директор школы Валентина Тихонова, у нас тогда была, и со мной провела беседу на английском языке, где на курсе организации заруч. Ну, мне посчастливилось, я прошла. Я точно говорю, что посчастливилась, потому что это была радость работать в этой школе, радость общаться и с коллективной школой, и с детьми, и благодарными родителями. Ну, я сейчас, чтобы вас долго не занимать, просто скажу такой пример. То, что давала школа, и то, что хотели дети получить в этой школе, это им, конечно, помогало. Но убедил, когда наши дети, учащиеся 9-10 классов, вложили большой вклад в отношения России и Америки. В то время у власти у нас был Горбачев, а в Америке Рейган. И, ну, может быть, молодежь не знает, а родители, наверное, слышали, что был такой договор о безвалютном обмене школьников. Школьники России уезжали на 3 недели в город Хьюстон, ну, в нашу школу, в другие города. 3 недели жили в семьях американских и учились в школе. Вот мне так кажется, 10 лет, которые мы принимали участие в этом обмене, а так нам посчастливилось, что школу отобрали одну из первых десятков. Там потом прибавлялись в этот договор еще в школу, но мы были первыми. Для того, чтобы попасть, надо было проходить тестирование. Дети с отличием прошли это тестирование и были оттуда. Мы ездили в эту школу, сопровождали, это было у нас 15 лет, правильно? С ними ездили учителя английского языка 3 недели, проведенные там. Дети не бездельничали, они ходили на уроки. Естественно, большое внимание было английскому языку, но и на выбор они посещали музыку, математики, искусство, ну и то, что им нравится. Значит, отзыв американской школы о том, как наши дети знают английский, ну, не передаваем. Они восхищались, они говорили, что разве могут так в России вообще в английской школе научить английскому языку. Хорошо было, потому что дети хотели, потому что очень хотели этого учителя. Посещая другие уроки, наши дети говорили, что ну тоже так, вот 10 класс, а по математике программа равна нашему 7-му. То есть, конечно, там такая, да? А наши 15-му. Вот. Большое количество выпусков, всем, наверное, нам работникам помните тот год, когда главным руководителем была Любовь Константиновна, и в этой параллели было 16 медалистов. Вы что-то хотите сказать?
Пожалуйста. Еще раз повторяю. Директор школы, бывший школьник, 744. Совета ветеранов педагогического труда и лично от Совета ветеранов Северного округа, тоже ветеранов труда, поздравить замечательную учительницу большого круга. Учитель, который действительно прошел очень долгий и действительно достойный путь, постоянно рост ее был действительно заметен в нашем Бойковском тогда районе. Мне хочется поздравить с отношением. И хочу, чтобы она побыла около меня. А грусть покинет раз и навсегда. Все хорошее пусть запомнится, а задуманное исполнится. Пусть глаза ваши счастьем светятся, и хорошие люди встретятся. Желаю здоровья, тепла и добра, чтобы бед неудач отступила пора, чтобы жить не тужить до 100 лет. Пусть будет все, что еще нет. Каждому из нас вам руку, пожалуйста. И поздравляю с юбилеем, побольше теплых слов сказать. Труду вы отдали сполна свои ушедшие года. И мы желаем вам за это побольше солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра для вас на долгие годы. Вас поздравляю с юбилеем, стремясь к возвышенным словам. Мы скажем просто, как умеем, от всей души спасибо вам. За благородство мыслей ваших, за мир ваш светлый и большой, за то, что, став немножко старше, вы молодеете душой, за то, что в жизненных вопросах вы наша совесть, ум и честь. А если просто в плане тоста, за то, что вы на свете есть. Московский городской совет ветеранов и совет ветеранов Северного округа. Спасибо большое. Я думаю, что столько, сколько отдала школе Екатерина Ивановна, она заслужит море аплодисментов.
на наш праздник собрались выпускники разных лет. Невозможно перечислить всех, рассказать о тех уголках судьбы, куда их забросила жизнь. Это Новая Зеландия, Австрия, Австралия, США, Канада, Израиль и так далее. Практически в 220 странах. Невозможно и перечислить всех профессий, которыми овладели наши выпускники. Это ученые, профессора, доктора, военные, директора крупных фирм, сотрудники МВД и МЧС. И, конечно, учителя. Школа гордится, что воспитала своих выпускников достойными гражданами нашей страны. Мы всегда рады встрече с вами. Нам действительно очень приятно, что рады встречи разделяют с нами наши приглашенные гости. И мы уверены, что вы не упустите такой счастливой возможности присоединиться к нашим поздравлениям. Как быстро летит время. Кажется, только вчера бегали девчонки, а сегодня они уже не будут в школу своих малышей. А наши учителя все так же приходят в класс, задают домашние задания, шурят за дисциплину. И, конечно же, очень часто я сравниваю, анализирую, планирую и вспоминаю. И каждый год я вспоминаю все чаще и чаще тех людей, которые эту школу создали. Тех людей, с которыми мне посчастливилось работать. Тех ребят, которых мне посчастливилось учить. Но я не могу их ни увидеть, ни созвониться с ними, ни передать им привет через кого-то, потому что их с нами уже нет. Я хочу сегодня вспомнить вместе с вами всех тех, кто хранил наши добрые традиции нашей школы, людей неравнодушных, для которых наша школа стала неотъемлемой частью их жизни. Это высочайшие профессионалы, имя которых – учитель. Они сумели создать неповторимый наш школьный мир. Но их сегодня с нами нет. Если я кого-то не назову, они меня простят, а вы вспомните про себя. С 1972 года в этом здании нашу школу возглавлял Николаев Константин Константинович. Рогачева Валентина Тихоновна – одна из первых, которая стала заслуженным учителем России. 24 года я работала со Светланой Николаевной Максимовой. 24, почти четверть века. Учителя, которые научили меня быть учителем. Гайденко Елена Михайловна, Шумская Зинаида Николаевна, Логвина Наталья Зиновьевна, Михайлова Татьяна Николаевна, Крутилина Людмила Константиновна, Матвеева Валентина Павловна, Тузова Валентина Дмитриевна, Антонина Федоровна Абрамова, учитель истории, Стрелкова Нонна Мироновна. Незабываемые учителя для меня, для моих детей, для моих внуков. Роберт Александрович и Лидия Михайловна Смирнова, Поддубняк Тамара Антоновна, Блюмина Серафима Натановна. Безвременно, тяжело боролись с недугом, мужественно и любили жизнь. Ушли совсем молодыми Оксана Тарасовна Данилова, Танечка, Татьяна Алексеевна Держивая и совсем, как гром среди ясного неба, ушла навсегда Татьяна Викторовна Ларискина. 20 лет отдала на этой школе, к сожалению, так и не дождалась грамоты
Министерства образования Российской Федерации. Я сегодня хочу вспомнить всех наших учеников, наших детей, которых я провожала с 1988 года. Тех наших мальчишек и девчонок, которые не дожили и не долюбили. Светлая всем память. Шуршат страницы, но забывать мы не имеем права знакомые молодые лица, что знакомые молодые лица, что в школе принесли почет и славу. С вами считаются, вас уважают, и ветеранами вас называют за опыт, за то, что школе верны, за то, что душевную силой полны. Вы отдали школе много лет душевных сил и сердечного тепла, оставили в сердцах потомков след, который не сотрется никогда. Здесь живем мы очень дружно, старшие, младшие, все важны. Нам помогут, если нужно, вместе беды не страшны. А еще у всех талант, здесь привыкли развивать. У нас столько дипломатов, сразу всех не сосчитать. Творческую мастерскую, музыкальный ларец. Вы знаете, что сейчас в школах очень много отдается времени дополнительному образованию. Вот мы сегодня и покажем то, что у вас когда-то не было, то, что есть сейчас, но у вас был энтузиазм какой, и вы сами все делали. Спасибо. Пожалуйста, дети.
Thank you.
музыкальный ларец, вы увидели фольклорную композицию «Как по морю». Роптай исполнили Ласкина Елизавета и Тойвынин Лилия. Руководитель творческой мастерской, музыкальный руководитель, Гордицкая Виктория Викторовна. Встали, Викторовна. Хореограф Рамазанова Камила Рашидовна. Камила Рашидовна. Руководитель музыкальной группы Гарипов Алтыбай Муравайнич. Спасибо большое. Слово четвертому Б-классу. Царит ожидание, мы предлагаем свое выступление. Мы – это ученики 21 века, и мы расскажем вам о нашей школе. С чего начнем? Я думаю, со сказки. Ветер весело шумит, судно по морю бежит, мимо острова Буяна, царство славного солдата. Вот на берег вышли гости, царь-солдат зовет их в гости. Ой, вы гости, господа! Долго ездили, да, ладно ли за море или худо, какое впереди чудо? Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, светишь вот какое чудо. В парке в Войковском районе дом один такой стоит, вдоль него река бежит. Там стоит сегодня школа, все сияет, как обнова. Свет по горницам струится, вся от новизны лучится. Вокруг школы красота, сирень и розы, лепота. Школа чистый изумруд, вот что чудом-то зовут. Замечательный народ, гранит науки целый год, грызет самозабвенно. Там вечные знания в почет, и тот народ больших высот достигнет непременно. Царь стал там удивиться чуду, говорит. Коль жив я буду, школу эту навещу, и у них я погощу. Сказка ложь, совсем не ложь, лучше школы не найдешь. Каждый мне очень царат, имя ей 1250.